Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Если меня слышно, видно хорошо, было бы здорово, если вы поставили плюсики в нашем чате. Вот я видел, что у нас и сегодня география достаточно обширная, хоть людей не очень много. У нас есть Свердловская область, Братск, то есть Братске, наверное, плюс 5 часов примерно, да, Новосибирск, Санкт-Петербург, Лисичанск. Вот. Какие еще города у нас сегодня с вами есть на нашем мероприятии? Светлана из Самары, да? Вот. То есть я уже угадал раньше, чем вы написали. Итак, сегодня поработаем немножко и поговорим непосредственно по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Вот. Вы знаете, что подобные мероприятия в первую очередь организованы для чего? У нас есть большое количество людей, которые, в принципе, не особо хорошо и разбираются в маркетинг-плане, да? Которые, возможно, слышали, что у нас есть возможность зарабатывать сегодня, не дожидаться выхода группы компании Skyway с технологией, которую разработал Анатолий Эдуардович Юницкий, на мировой транспортный рынок. Вот. Но по каким-то причинам люди, скажем так, не позволяют себе разобраться, да, в этом. То есть кто-то считает, что это может быть не совсем прилично зарабатывать деньги таким образом. Хотя, если посмотреть немножко глубже, по большому-то счету мы ничего плохого не делаем с вами. Правда ведь? Мы разобрались в том, что может принести пользу нам самим. Мы разобрались в том, что может принести пользу огромному количеству людей. Вот, и просто делимся этой информацией. Мы помогаем реализовать данную технологию от того, что привлекаем инвестиции в наш проект. И, соответственно, за это компания нас вознаграждает. Это называется по-другому еще авторское вознаграждение, да, то есть, которое выплачивается, ну, например, страховым агентам, которые страхуют людей от чего бы то ни было, да, то есть автомобили, жизнь, там, дом, в котором вы живете и так далее, и так далее. И всегда от стоимости страховки агент получает процент. Агентское вознаграждение выплачивается также и в целом ряде банковских структур, то есть есть и там такое вознаграждение. Поэтому мы занимаемся с вами простым, обычным, интересным делом. Мы работаем с информацией, да, никому не нужно перетаскивать тяжести, да, перекатывать квадратное, вот, переносить круглое, как это бывает, вы знаете выражение, да, такое в армии. Вот, поэтому мы работаем с информацией, за это нам платят деньги. Еще раз приветствую город Таллин, у нас есть сегодня Эстония, да. Вот. И по большому счету сейчас с вами разберем, какие проценты и от какой, скажем так, и с какого уровня нам выплачивают. Потом с вами можем поговорить, я отвечу на ваши вопросы. У нас есть, скажем так, целый ряд новостей, потому что сегодня в личном кабинете появились новые пакеты и есть небольшое дополнение к тем пакетам, которые мы приобретаем в рассрочку. Поэтому я потом озвучу, да, данную информацию. Вот. Может, у кого-то по этой информации тоже появятся вопросы. Приветствуем город Могилев, Беларусь. Скажем так, Беларусь сегодня является альма-матер, да, как говорится, там, где у нас сегодня осуществляется строительство экотехнопарка. То есть мы все с вами душой, наверное, и сердцем болеем за то, чтобы это все произошло как можно быстрее. Поэтому рады видеть представителей Беларуси на нашем сегодняшнем вебинаре. Что хотелось бы просто добавить, прежде чем рассказать о квалификациях, которые есть в партнерской программе, да, то, что мы с вами занимаемся все-таки созданием сети. Не знаю, вызывает ли у кого-то из вас на сегодняшний день какое-то отторжение понятия сетевой бизнес, да, MLM-бизнес. Я к этому отношусь спокойно. Мало того, мне нравится данный вид деятельности. В принципе, он вам развязывает руки. Вы можете на него затрачивать то количество времени, которое считаете сами. Вам необходимо на это затрачивать. Да. Кто-то может, например, по выходным 2-3 часа этому посвящать. Кто-то может ежедневно по часу в день. И в итоге у него может получаться 7-10 часов в неделю, да. Кто-то, может быть, там по нескольку раз в месяц всего рекомендовать данную возможность. Вот. Либо, как говорит Рэнди Гейдж, тот, кто читал книжки его, был на его вебинарах, есть так называемые воины уикенда, да? То есть те, которые работают в течение 5 дней рабочей недели на какой-либо работе, строят какой-то бизнес, а субботу и воскресенье полностью отдаются созданию сети. Ну, я, может быть, не совсем приветствую именно такой вид сотрудничества в нашем бизнесе. Не потому, что это плохо, потому что все-таки у вас есть семьи, у вас есть родные и близкие, у вас есть большое количество людей, которые хотели бы провести с вами время в выходные. Вот. И тот же Рэнди Гейдж, он рекомендует, что не так часто проводить какие-либо обучающие мероприятия именно в выходные дни, потому что людей, которые поставили ставку на бизнес, да, и решили добиться успеха при построении какой-либо MLM-структуры, какой-либо компании, да, все-таки им нужно уделять время тем, кто их любит, тем, кто их ждет. И этим пренебрегать ни в коем случае нельзя. Если вы сотрудничаете с нашей компанией семьей, даже там бывает у нас, да, муж с женой, там бывают семьями целыми, то есть родители, дети и так далее. Это очень здорово, но вам тоже иногда нужно отдыхать. Вот. Но опять же, вы можете сами спланировать данный вид деятельности, потому что сколько времени уделять ежедневно, вы сами себе определяете. Вас никто не может заставить работать по 10 часов в сутки, да,
Вас никто не может обязывать делать какие-то действия, которые вам не нравится делать. Но, наверное, этим и прекрасен данный вид деятельности. И прежде чем рассказать о квалификациях, о вознаграждениях, о процентах, я хочу еще показать, наверное, все-таки свое видение. Оно, наверное, не только мое. Не хочу сказать, что мне это вот буквально недавно осенило, но суть вот в чем. Смотрите, если вы являлись сотрудником какой-либо MLM-компании, возможно, да, раньше, если вы планируете, может быть, принять участие в каком-либо сетевом проекте, в этом ничего нет плохого, но есть все-таки существенная разница, потому что, как правило, люди, приходящие в MLM-бизнес, они начинают заниматься чем? То есть они становятся дистрибьюторами компании, компания, которая устоялась, которая что-то произвела, и она либо реализовывает какую-то продукцию, либо она оказывает какие-либо услуги. То есть есть руководство компании, которое владеет этой компанией, да, и вы можете получать авторское вознаграждение только от создания сети. То есть вы можете построить огромные сети, которые будут делать товарооборот товаров каких-либо и услуг, и вы от этого товарооборота будете получать определенный процент. Вот. Это, в принципе, здорово, это хорошо. Часто есть лидеры MLM-бизнеса, крупных компаний, которые получают не один десяток тысяч долларов в месяц. Такие люди реально есть, есть миллионеры в этой структуре. Но что важно, то что, начиная сотрудничать с компанией, с группой компании Skyway, с компанией Skyway Capital, здесь ситуация, скажем так, намного более интересна. Потому что сегодня руководство нашей компании делает вас совладельцами этого проекта. И в дальнейшем, когда продукция нашей компании, а продукция у нас, вы понимаете, технология, которая будет использоваться в целом ряде адресных проектов, в большом количестве адресных проектов, будет реализовываться на практике, вы на сегодняшнюю, скажем так, часть совладения этой компании, мало того, будете получать дивиденды и прибыль, да, и вы еще прежде, чем эта продукция пошла, как говорится, выдаваться на гора, как говорят шахтеры, да, вы можете строить сеть от тех инвестиций, которые делают люди, такие же, как вы, выкупают часть доли компании Skyway Capital, да, и в итоге становятся совладельцами этой компании, совладельцами технологий, и в будущем это будет приносить вам очень серьезный вид дохода. Вот в чем разница. Зачастую в MLM-бизнесе нужно очень сильно потрудиться, создать громадную структуру, чтобы компания приняла решение выделить вам какую-то часть акций этой компании. Как правило, это происходит там на высших ступенях маркетинг-плана. К этому времени, скажем так, выживают далеко не все, как я говорю, да, то есть добиваются там успеха единицы, в принципе. Но это нормальная ситуация, как в любом другом виде бизнеса. Вот. И только потом, когда вы создадите там многомиллионный товарооборот для компании MLM-бизнеса, вам, возможно, предоставят какую-то часть совладения акциями этой компании. Вот. Компаний, кстати, которые делятся акциями со своими лидерами, добившись серьезных результатов, тоже не так много. Вот. Их можно посчитать там буквально, я думаю, что из нескольких тысяч компаний, не больше сотни, которые предоставляют данную возможность. У нас же сейчас, инвестируя денежные средства в проект группы компании Skyway, в технологию Юницкого, да, вы сейчас имеете возможность получать доход от создаваемой вами партнерской сети. В будущем точно так же люди могут инвестировать, смогут, когда мы, скажем так, сертифицируем технологию, выведем ее на мировой рынок. У нас есть вероятность, что останется та же партнерская программа и будет возможность инвестировать денежные средства в отдельно взятые адресные проекты. Соответственно, по той же сети, по которой вы сейчас зарегистрированы, люди могут в дальнейшем покупать акции еще дополнительно отдельных адресных проектов, а вы по этой же партнерской программе, которая у нас сейчас есть, будете получать доход. Вот о чем идет речь. Если вы поняли разницу, я вас прошу, ну, поставить циферку 5 в нашем чате. То есть отличие от традиционного MLM, причем я к нему отношусь реально с позитивом, это отличный вид деятельности, я ничего плохого не вижу в MLM-бизнесе. Да? Вот. И отличие нашего проекта. Потому что мы как бы идем на опережение, да, мы получаем, скажем так, доход от сети еще до того момента, как какая-то продукция вышла на рынок, а потом у нас будет очень серьезный доход. Вот в этом большой плюс нашего проекта. И в принципе, если вы, скажем так, общаетесь с широким кругом сетевиков, если вы сами опытный сетевик и увидели перспективу нашего проекта, доносите сетевикам эту возможность. Потому что, поверьте мне, скажем так, хоть в мире сетевого бизнеса очень много людей зашоренных, в плане, что они одели каску и говорят, что вот лучше моей компании быть ничего не может, но тем не менее большинство MLM-компаний на сегодняшний день стараются предоставлять своим лидерам обучение, которое касается финансовой грамотности, да? То есть, и, как правило, люди, обучающие финансовой грамотности, говорят следующее. Вы строите бизнес, у вас есть доход. Вы какую-то часть этого дохода можете инвестировать в то, что будет вам приносить пассивный доход, да, помимо вашего бизнеса, даже если он уже вам его дает. И как раз-таки вот об этом можно говорить сетевикам. Они могут инвестировать деньги в развитие нашей технологии, в дальнейшем будут получать доход от тех акций, которые они на сегодня, которыми они станут
После того, как мы выйдем на международный инвестиционный рынок, да, вместе с технологией, которая выйдет на транспортный рынок, и, по сути дела, получать очень серьезный доход. Вот о чем у нас сегодня идет речь. Итак, коллеги, маркетинг-план, о котором мы сейчас с вами быстро поговорим, потому что, скажем так, долго о нем рассказывать даже сложно, да, потому что он очень простой, в отличие, опять же, от большинства MLM-проектов, которые существуют на нашей планете. Он изменился с 18 января 2016 года. До этого у нас был 7-ступенчатый маркетинг, то есть у нас было 7 карьерных ступенек, по которым вы могли забираться вверх. Сегодня их 5. Вот. И квалификация, которая называлась у нас клиенты, входила, скажем так, в маркетинг-план предыдущий, она как бы осталась, но мы не считаем ее квалификационным уровнем. То есть клиент – это любой человек, который зарегистрировался у нас на сайте, у которого появился свой личный кабинет в проекте Skyway Capital. Он может разбираться в информации, он может задавать вопросы, посещать вот такие мероприятия, посещать живые презентации, которые все больше и больше становятся в разных городах и странах по проекту с компанией Skyway Capital. Вот. Соответственно, у нас статус клиента, он как бы остался. Клиент, он может так клиентом остаться, не сделав никакого действия, да, не заключив партнерского соглашения, что его ведет сразу же на квалификацию партнер. Вот. Партнер – это человек, который зарегистрировался у нас в личном кабинете. Извините, тут концерт какой-то идет. Вот я сейчас его отключу. Не выключил мобильный. То есть бывает, всегда людям стараюсь напоминать, чтобы отключали мобильные телефоны. Вот. А сам выключить забыл. Прошу меня простить. Человек, который зарегистрировался на нашем сайте, у которого есть свой личный кабинет, и который зашел в раздел «Реферальные ссылки» в инструментах партнера, у него высадился баннер, где написано, чтобы данный, скажем так, раздел был доступен вам, необходимо заключить агентское соглашение или договор, мы это называем. Да? Если человек соглашается, у него высвечивается договор, он может его прочитать, ознакомиться и внизу нажать кнопочку «Подтвердить» либо «Согласен». Вот. С этого момента компания считает, что агентский договор между ей и вами заключен. У вас становятся доступны реферальные ссылки. Реферальные ссылки сегодня ведут, скажем так, ну, 4 направления. Первый идет на сайт компании, второе на лендинг партнеров. Третье – на форму регистрации непосредственно, и четвертое – на страницу регистрации в личном кабинете. То есть, если человек, которому вы хотите сейчас дать реферальную ссылку, уже разобрался в проекте, говорит, да, я готов зарегистрироваться, то ему самое правильное – дать ссылку на форму регистрации в личном кабинете партнеров компании Skyway Capital. Если человек собирается разбираться, да, то вы можете дать ссылочку на лендинг партнеров и потом поддерживать связь. То есть, если человек ознакомился с информацией, важно, чтобы он с этого лендинга партнеров, по которому перешел по вашей реферальной ссылке, там же нажал регистрацию и тем самым подтвердилось то, что вы являетесь его вышестоящим партнером. То есть вы являетесь его наставником, вы являетесь его пригласителем, то есть это по-разному называется, вы являетесь его информационным спонсором. Итак, когда вы подтвердили свое участие в проекте, приняли агентское соглашение, подтвердили, да, то, что вы будете развиваться в нашем бизнесе, вы становитесь партнером. С этого момента у вас доступны 4 уровня по выплате вознаграждения, 4 уровня глубины. Вот. Если по вашей рекомендации кто-либо в первом поколении приобретет какой-либо из пакетов наших акций, да, расположенных в разделе «Инвестировать», вы получите 15% от стоимости данного пакета. То есть купил человек на $100, например, 15 долларов вам начисляется, кстати, на бонусный сразу и на акционный счет. Сразу давайте сделаем следующее. То есть $15 у вас идет на бонусный счет, это можно назвать живыми деньгами. Да? $15, которые придут на акционный счет, это те деньги, которые вы можете потратить только на покупку пакетов акций. Причем с акционного счета можно купить только те пакеты, которые в личном кабинете расположены на светло-серо-зеленом таком, да, фоне. То есть это обычные традиционные пакеты с обычным дисконтом. Сегодня это от 53 до 500 раз, в зависимости от стоимости этого пакета. Второй уровень вам может принести 4% от суммы инвестиций, которые будут делать ваши партнеры второго поколения. Соответственно, это те люди, которые зарегистрировались по ссылкам ваших партнеров, находящихся в первом поколении. Далее, с третьего поколения, с третьего уровня вы получаете 2%, и с четвертого уровня вы получаете 1%. Это то, что выплачивается человеку в квалификации партнер. Вот. На этой квалификации люди могут быть не очень активны, которые бизнес строят, скажем так, вы знаете, ни шатка, ни валка, или иногда. Да? То есть те, которые просто решили стать инвесторами в нашем проекте, те, которые верят, что технология будет внедрена, они готовы, скажем так, получать прибыль и доход там, после 2017 года, когда мы с технологией выйдем на мировые транспортные рынки, инвестиционный рынок, да, вот, но иногда кому-то рекомендуют. Следующая квалификация, вторая ступенечка нашей карьеры, называется консультант. Вот здесь впервые появляются 3 условия, причем их нельзя назвать драконовскими условиями, да, то есть простые действия. Если вы сами купили
акции компании Skyway Capital на сумму от $100 и более, и в вашем первом поколении есть не менее двух человек, которые сделали то же самое, и третье условие – суммарный товарооборот ваш личный и ваших партнеров в первом поколении достигает цифры $500 и более, вы становитесь консультантом. Выполнив это условие, вам компания добавляет еще один уровень глубины, из которых добавляется процент выплат, да? То есть с пятого уровня вы начинаете получать 1%. На втором уровне, на третьем и на четвертом у вас добавляется по 1%. То есть второй 5%, третий 3% и четвертый 2%. Если вы помните, на предыдущей квалификации было 15, 4, 2 и 1. Да? Сейчас 15, 5, 3, 2 и 1. То есть вы начинаете получать больше. Условия, в принципе, не очень сложные. Я думаю, что большинство из вас подтвердят, что владеют гораздо большими пакетами акций, да, чем те, которые перечислены на данном слайде. Третья квалификация – лидер. Здесь также есть три условия, необходимых для того, чтобы достичь данной квалификации. Первый из них – сумма вашей личной закупки, да, либо товарооборот, который вы создали сами, приобретая пакеты акций компании Skyway Capital, должен быть не менее $200 США за все время сотрудничества с нашей компанией. Это может быть единоразово купленный пакет за 200 либо более. Это может быть большое количество пакетов, маленьких, мелких, да, которые накопились и суммарно дали сумму больше $200. И в первом поколении у вас должно быть не менее трех человек, которые сделали то же самое, что и вы. То есть приобрели пакетов акций нашей компании на сумму не менее $200. И суммарный товарооборот всей вашей структуры, вас и вашего первого поколения, уже должен быть не менее $2000 США. Как только условия выполняете, компания вам начинает выплачивать следующие проценты. 15 с первого поколения, уже 6 со второго, 4 с третьего, 2 с четвертого, 2 с пятого и добавляется еще процент шестого уровня глубины. То есть вам добавили еще один уровень глубины, добавили проценты на пятом уровне, да, добавили проценты на третьем уровне, потому что стало 4, добавили процент на втором уровне, было 5, стало 6. Опять же, вознаграждение выплачивается в полной мере как на бонусный, так и на опционный счет. На всех квалификациях, поэтому я больше не буду повторять это условие, да. Четвертая квалификация, она уже звучит так, как мастер. Мастер – человек, который умеет делать то, чем он занимается. Да? То есть человек, у которого, как правило, большие структуры. И здесь также действуют три условия для того, чтобы достичь этой квалификации. Ваш личный товарооборот должен быть не менее $500. В вашем первом поколении должно быть не меньше трех человек, которые достигли предыдущей квалификации лидер. Да? То есть выполнили вот эти условия. Когда у вас в первом поколении три лидера, и суммарный товарооборот вашего первого поколения и ваш личный товарооборот составляет $5000 США, вы становитесь мастером. И здесь вы тоже получаете дополнительное вознаграждение по сравнению с предыдущим уровнем. 15 первого поколения, уже 7% со второго, по-прежнему 4, 2, 2 и 1 с третьего, четвертого, пятого, шестого, и у вас открывается 7, 8, 9 уровень. Это вознаграждение в виде 0,5% с того товарооборота, который делается в вашей структуре и в команде на 7, на 8 и на 9 уровне. Вот такое условие, чтобы стать мастером. Высшая ступенька квалификации по маркетинг-плану компании Skyway Capital называется эксперт. То есть это пятая ступенька, это вершина. Экспертом может стать, в принципе, неограниченное количество людей. Главное, чтобы они к этому стремились. Главное, чтобы они двигались вверх. Да? Будет 10 человек экспертов, будет 10. Выполнит квалификацию 100 человек, значит будет 100 экспертов. Также три условия. Первое из них. Ваших личных инвестиций в проекте должно быть не менее $2000. И таких людей очень много на сегодняшний день. Да? Второе условие. Минимум 3 человека в вашей структуре должны стать мастерами. И обязательное условие. Два из них должны быть в первом поколении. А третий мастер может быть во втором, третьем, в пятом, в десятом. Важно, чтобы он не входил в команды двух мастеров, которые находятся у вас в первом поколении. Суммарный товарооборот структуры первого поколения не менее $10000. Выполняется это условие, вы становитесь экспертом и начинаете получать максимальное вознаграждение от того, что возможно по, скажем так, основной сетке маркетинг-плана. 15% с первого, 7% со второго, 4, 2, 2, 1, 3, 4, 5, 6 уровень, по 0,5% с 7 по 9 и по 0,2% с 11 уровней глубины с 10 по 20. Это то, что компания выплачивает своим партнерам, развивающим партнерские структуры по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Вот. Но у нас есть еще дополнение для тех людей, кто активно развивает структуры и, скажем так, активно работает со своими партнерами в первом поколении. А вы заметили, наверное, по маркетинг-плану, да, вот если посмотреть на эту таблицу,
которая, скажем так, подводит итог всему тому, что я сказал, максимальное вознаграждение вам компания выплачивает непосредственно за вашу деятельность, то есть за то, что вы приглашаете людей в бизнес, вы их обучаете, что и как делать, они регистрируются по вашей реферальной ссылке, соответственно, вы получаете максимальный процент за то, что сделали сами. Чуть меньше процент вы начинаете получать с товарооборота, который создают, скажем так, люди, находящиеся в вашем втором поколении, то есть вы научили тех, кого пригласили в этот бизнес сами, делать те же действия, что делаете вы. Да? И так по уменьшению процент уходит до 20 уровня глубины, если вы достигли квалификации эксперта. Здесь цветом выделено на светло-голубом фоне, на бежевом, на светло-сиреневом, салатовом и на желтом, да, фоне те проценты, которые вы получаете на квалификациях, которые вы достигли. На темно-синем фоне указан минимальный товарооборот первого поколения с учетом вашего товарооборота, который необходимо сделать, чтобы достичь квалификации партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт. Буквально недавно, в середине месяца февраля, у нас введена еще бонусная программа. Бонусная программа, как я уже сказал, для тех людей, которые готовы активно строить бизнес и которые делают важное, наверное, дело, приглашают людей, обучают их, как строить правильный бизнес, то есть получают дополнительные проценты с первого поколения. Как это выглядит? То есть если вы, вот у нас сегодня 1 марта, да, кстати, всех хочу поздравить с началом весны, вот, у кого-то она задерживается, может быть, подольше, это, наверное, с района Сибири, Дальнего Востока, да, там, севера Сибири и северной территории Российской Федерации, например. Вот, где-то она уже, может быть, наступила, потому что вчера, я знаю, в нашем чате писали во время вебинара, что в Сочи вчера было плюс 24 градуса. Ну, у нас страна большая, поэтому, скажем так, кто-то уже греется в лучах весеннего солнца, а кто-то еще не вылазит из козьего тулупа, да, вот на таком мехе, вот, еще долго из него не вылезет. Но ничего страшного в этом нет, потому что каждый испытывает кайф от того региона, в котором он проживает, да, кто-то любит зиму больше, кто-то любит лето, кто-то весну. Не знаю, как много людей любит осень, вот как-то я не могу сказать, что у меня большая любовь к этому времени года, но когда листья краснеют и желтеют, это еще красиво, да, и, кстати, именно осенью можно набрать большое количество грибов, которые можно закатать в банки и потом ползимы их есть. Вот. Ну, осень тоже прекрасное время года. Итак, коллеги, бонусная программа. То есть, если вы работаете и сотрудничаете со своими партнерами в первом поколении, и в вашем первом поколении произошло 4 приобретения пакета, да, то есть вашими людьми, которых вы либо новых зарегистрировали, делаю акцент, либо те, кто уже давно с вами в бизнесе. Кстати, пакеты, которые люди приобретают в рассрочку, у нас этот инструмент есть, да, они тоже учитываются. Соответственно, первая проплата прошла, вторая, третья, четвертая. За все вы эти 4 покупки получили по 15% в виде начисления на бонусный, на акционный счет. Как только произошла, ну, пятая транзакция, да, в вашей структуре, и кто-то купил пятый пакет, то за пятый пакет вы получаете 16%, а за предыдущие 4, за созданный до этого времени товарооборот, вам доначисляется 1%. Как будто бы вы все, за все вот эти пакеты, которые купили до этого времени, вам начислили по 16%. Дальше вы продолжаете развивать бизнес. 6, 7, 8, 9 пакет у вас купили. За каждый из них вам начисляется по 16%. Да? Бац, купили 10 пакет. За 10 17% идет. И за все предыдущие пакеты, за весь товарооборот добавляет еще 1%. И получается, что 10 пакетов у вас куплено в первом поколении, и за них вам заплатили по 17%. Далее у нас идет 11, 12, вплоть до 19 купленного пакета в первом поколении выплачивается по 17%. Когда 20 пакет покупается, за него начисляется 18%, и каждый последующий купленный пакет у вас в первом поколении, 21, 22, там, 30 и так далее, за все уже будет начисляться 18%. А за предыдущие 19, за товарооборот, который вы создали до этого времени, вам доначисляет еще 1%, как будто вы за все первое поколение получили 18%. Вот. Условия вы здесь видите на слайде. Все пакеты должны быть куплены в течение одного календарного месяца. Вот у нас сегодня 1 марта. До 31 марта у всех из вас, кто есть здесь сегодня на вебинаре, да, и всех, кто входит в вашу команду, есть время, в течение которого какое-то количество покупок пакетов будет у вас в первом поколении. Вот. Кто-то, может быть, 5 у него пакетов купит. Да? Кстати, второе условие. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. У вас человек мог сегодня купить пакет, мог там завтра купить, через неделю купить пакет. Все эти транзакции, если они разные, да, то есть один пакет купил, потом второй, третий, они тоже учитываются в этой бонусной программе. Для получения пакетов, я вам уже, точнее, бонусов, я вам уже говорил, учитываются пакеты, купленные в рассрочку. То есть если у вас, например, там, в декабре, в январе и в марте люди покупали рассрочку, и в феврале будет большое, в марте, точнее, будет большое количество проплат по рассрочке, все они будут учитываться по этой бонусной программе.
Потому что пакеты могут покупать как новые люди, которых вы сейчас пригласите, так и те люди, которые уже были у вас давно зарегистрированы в структуре. И вознаграждение по этой программе также начисляется на бонусный и на акционный счет. Отдельная транзакция будет приходить, там 1%, да, за предыдущий товарооборот, потом 1% опять за предыдущий товарооборот и так далее. Помимо того, что за каждый купленный пакет будет приходить транзакция, начисление вам на бонусный на акционный счет, также будет отдельная приходить, которая будет рассказывать о том, что вам начислен дополнительный процент. На данном слайде показан пример. Мы взяли, скажем так, условно то, что все люди, которые у вас в первом поколении, покупают пакеты по $50. То есть первые 4 пакета – это товарооборот $200, 15% от $200 – это 30. Пятый пакет – это $8. Да? Сумма от $50 – 16% – это 8. Соответственно, если мы сложим, получится 38. А за предыдущие 4 пакета вам начислят еще $2. То есть суммарно за 5 пакетов с первого поколения вы получите 40. Вы продолжаете дальше строить структуру. Опять за 4 пакета вам начисляют, но уже по 16%, это $32. За 17 пакет вам начислят 8,5. И за предыдущие еще $4,5 доначислят, потому что это 1% от товарооборота $450. В итоге еще $45 вам начислят. Да? Дальше. Суммарно имеется в виду, то есть начисление-то оно будет идти именно тогда, когда люди покупают пакеты. Далее, еще 9 пакетов по $50, это сумма получает $76,5, да, по 17% от каждого пакета. И за 20-й пакет вам начислят $18, это $9. Точнее, 18% это $9. И опять же 9,5 добавят за весь предыдущий созданный товарооборот, это 1%. В итоге еще $95. Если мы все это сложим, получится 180, точнее, извините, получится 190, да, вот здесь немножко ошибочка идет. И два пакета здесь нарисованы, 20-й там, точнее 21-й, там можно считать 22-й условно, за них еще добавится вам $18, потому что по 18% за каждый купленный пакет, соответственно, от $100 18% это 18. В итоге мы заработаем здесь... Точнее, нет, все правильно. $198 суммарно от 22 купленных пакетов в вашем первом поколении. Цифра верная, это я сейчас как бы так что-то меня замкнул в голове. Вот, может, уже под конец рабочего дня. То есть пример наглядно показывает, если по $50 люди у вас покупают в первом поколении пакеты, и 22 пакета куплены в течение одного календарного месяца, вы получите $198 от суммы $1000. По большому счету, да, $1100, извините. Итак, коллеги, если говорить, подводить итог маркетинг-плану компании Skyway Capital, действительно, наверное, одно из самых простых, точнее, одно из самых важных преимуществ, он простой, потому что четко прописаны проценты привязки к конкретному уровню, и ничего дополнительного как бы нет. Плюс еще вот бонусная программа, да. Он накопительный с самого начала вашей деятельности вместе с нами. Квалификационным здесь более еще жестко считается первый уровень, потому что вы помните, да, что... В предыдущем маркетинге товарооборот считался по всей структуре, здесь сейчас только привязка к первому поколению. Вывод денежных средств вы можете начинать с того времени, когда на бонусном счете накопится сумма не меньше $30 США. Условия роста квалификации, вы поняли, да, это объем ваших личных инвестиций и объем инвестиций, которые делает ваша структура. Далее, минимальная сумма, которую вы сможете зарабатывать серьезные деньги, это $15 США. Даже если вы, скажем так, сначала не купили ни одного пакета, просто, скажем, начали зарабатывать как партнер, и с бонусного счета вам достаточно купить на $15 США, вот, и владеть небольшим пакетом акций, но зарабатывать деньги по партнерке. У нас нет необходимости квалификацию подтверждать, то есть никаких дополнительных условий не выдвигается, чтобы вы могли зарабатывать деньги. Стали вы консультантом, ради бога. Поднялись выше, стали лидером, вообще здорово. Дошли до квалификации мастер, ну, мы только все вместе порадуемся за вас, да. Но если вы стали мастером, вы уже обратно не скатитесь. То есть у нас односторонняя дорога. Кто-то по лестнице идет пешком, кто-то по ней бежит, кто-то едет на эскалаторе, кто активно строит структуру и достигает вершины. Либо на лифте, потому что, может быть, найдутся и такие, которые могут выполнить условия маркетинг-плана на протяжении там, месяца-двух. Возможно, такие люди придут в ближайшее время. Выплата вознаграждения у нас идет до глубины 20 уровня и достаточно высокий процент с учетом бонусного вознаграждения. Вы можете получать до 18% с первого поколения и от 0,2% до 7% с глубины. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить за собой. Мало того, ну, моя рекомендация, если вы работаете с людьми, если вы даете информацию, если люди, скажем так, после этого приняли решение сотрудничать с вами, не дарите людей, не подставляйте их в глубину,
Не пытайтесь людьми, которые пошли за вами, промотивировать тех лентяев, которые до этого, скажем так, ничего не делали в вашей структуре. Это могут быть ваши дети, родственники, знакомые, соседи по площадке, да, которых вы, возможно, даже зарегистрировали сами, еще своими деньгами купили им акции. Решили их осчастливить, сделать их счастливее, чем они хотели стать сами, да, и в итоге эти люди ничего не сделали до сегодняшнего дня. Не отдавайте им тех людей, которые идут за вами. Вот, потому что это, наверное, ваш золотой капитал, потому что эти люди пошли за вами, и вам с ними работать. То есть вас выбрали, да, это как вот можно сказать, супругу или супруга. Вот. В большой-большой толпе людей вы же себе выбрали вторую половинку, правда? То есть население здоровое, и женщин, и мужчин огромное количество. По каким-то причинам вы остановились на том человеке, который сейчас рядом с вами. То же самое в MLM-бизнесе, да, то есть вы начали давать людям информацию, и вас кто-то выбрал. Вот таким вот образом. Это очень ценно, кстати. Если люди пошли за вами, значит, они вас что-то увидели. Да, соответственно, они верят в то, что вы их приведете к успеху, что вы им все сможете объяснить, разъяснить и так далее. Цените это. То есть не занимайтесь этим бизнесом только ради того, чтобы посеять как можно больше сорняков, да, разбросать информацию везде, где только можно, обклеить весь свой город какими-то объявлениями с реферальными ссылками, да, там, я не знаю, закатать свой дом там большой газеты, где будут только ваши реферальные ссылки и так далее, и так далее. Работайте с людьми, доносите информацию, помогайте людям разбираться. Это воздастся вам сторицей. Бонусное вознаграждение, как я уже говорил, начисляется у нас и на бонусный, и на акционный счет. То есть с акционного счета вы можете только купить акции. Как я уже говорил, относитесь к этому как к подарку. То есть до сегодняшний день руководство компании приняло решение вознаграждать вас каким-то количеством акций. То есть если вы строите партнерскую сеть, это еще дополнительная как бы благодарность компании. Вы можете деньги, начисляемые на акционный счет, реализовать на покупку акций компании, увеличить портфель инвестиций в нашем проекте. В будущем это вам принесет очень серьезный доход. По большому счету информация по маркетинг-плану – это вся, что я хотел вам сообщить. Теперь, наверное, перейдем к новостям. Да? То есть я знаю, что многие из вас видели, что у нас появились в личном кабинете целый ряд пакетов. Вот. Новые пакеты, которые можно приобретать в рассрочку. Да? То есть это пакеты, которые стоит, например, $80, вы можете в течение 6 месяцев приобретать пакеты с выгодным дисконтом 250, да. Есть пакет, который ежемесячно, если вы готовы платить по $150 на 4 месяца, в итоге вы получаете 210 тысяч акций компании, дисконт здесь 350. И пакет на 2 месяца стоимостью $500, то есть в первом месяце, второй по $500 вы платите, дисконт 400, то есть это рассрочка на 2 месяца. Какое еще есть дополнительное преимущество? То есть те люди, которые приобретают данные пакеты, получают возможность приехать на территорию экотехнопарка и высадить фруктовое дерево. Да? Вы знаете, что на территории экотехнопарка будут высаживаться деревья, их уже высаживали. Какие-то из них будут фруктовые, какие-то из них будут просто, какие-то будут редкие породы деревьев. Да? Вот это то, что мы сегодня добавили в личный кабинет. Также у нас есть пакет юбилейный. Многие из вас знают, что у нас была возможность за $1000 США приобрести пакет юбилейный, в подарок у нас давалась монета к этому пакету. Теперь у нас условие следующее. Если вы купили пакет за $1000, то вам оформляют сертификат на 300 тысяч акций. Если вы в течение месяца купили еще один пакет за $1000, соответственно, вам уже будет оформлен сертификат еще на 480 тысяч акций. То есть дисконт 480 становится. И если вы еще в течение месяца купили пакет третий, то дисконт здесь уже будет 570, и, соответственно, суммарно вы получите 1 миллион 350 акций компании Skyway Capital за 3 месяца. То есть вот таким образом немножко видоизменились условия на пакете юбилейный. Вы можете купить по-прежнему, скажем так, один пакет и не покупать второй и третий, но если вы делаете действие, что покупаете второй пакет и третий стоимостью $1000, вы очень сильно выигрываете, если, скажем так, вы просто будете периодически покупать даже пакеты за $1000. Дальше у нас появились три пакета. Они имеют, скажем так, довольно большой номинал, то есть минимальный из них $5000 США. Дисконт на этом пакете 500. Да? И вы получаете возможность высадить на территории экотехнопарка, приобретая данный пакет, именное дерево редкой породы, вот как говорил Анатолий Эдуардович Юнинский. Второй пакет стоимостью $10000. На нем дисконт 550, то есть если в первом случае вы получали, там, по-моему, если не ошибаюсь, 2,5 миллиона акций компании, то во втором случае 5,5 миллионов акций компании. Вот. Вы также имеете возможность посадить именное дерево, эксклюзивное дерево, да, и плюс ко всему получить в подарок
юбилейную монету с изображением нулевого километра. Третий пакет стоимостью 50 тысяч долларов, да, это очень серьезное денежное вложение. Дисконт здесь 600, то есть это 30 миллионов акций компании Skyway Capital. Вы также получаете в подарок монету с изображением нулевого километра. И плюс ко всему, точно так же именное эксклюзивное дерево вы можете высадить на территории экотехнопарка. Также у нас остался пакет стоимостью 250 долларов разовая оплата с дисконтом 130, на выходе из которого вы получите 32,5 тысячи акций компании Skyway Capital. И очень важный момент, который сегодня у нас введен дополнительно к пакетам «Приобретаем в рассрочку». Я думаю, что многие из вас привыкли, то, что в личном кабинете у нас были пакеты «Старт», «Сеньор», «Стабильный» и «Бизнес». Да? То есть первый мы оплачивали 10 месяцев рассрочку по 25 долларов. Вот. И эта рассрочка нам давала через 10 месяцев 32,5 тысячи акций компании. Пакет «Сеньор», который на выходе давал за 6 месяцев оплату 50 долларов, 65 тысяч акций. За 10 месяцев оплат по 100 долларов мы получали 220 тысяч акций на пакете «Стабильный». И 540 тысяч акций, если мы выбирали пакет «Бизнес», оплачивали 200 долларов ежемесячно на протяжении 9 месяцев. Да, то есть мы в итоге за собой бронировали каждые 3 месяца по 150 тысяч акций. Если мы эту рассрочку все выплатили, ну, в тот период времени, который выбрали, мы получаем 450 тысяч акций и 90 тысяч акций на премиальный счет. Но с сегодняшнего дня, эта акция, которая распространяется сейчас пока на март месяц, появились дополнения. Да? То есть, если вы хотите заработать еще дополнительный бонус, продвигаясь по рассрочке, которая у нас здесь есть, то смотрите, допустим, вы уже покупаете, кстати, эта акция распространяется на тех, кто покупает рассрочку сейчас, вот в марте месяце вы приняли решение купить себе еще одну рассрочку, либо вы просто зарегистрировались, покупаете первую рассрочку. То есть, если вы платите 25 долларов, да, первый платеж, то есть у вас рассрочка приобретается сейчас. Если вы уже оплачиваете рассрочку, то есть еще два условия, одно из двух точнее, выполняя которые, вы получаете дополнительное количество акций на премиальный счет. То есть, если вы оплачиваете в течение марта месяца 2 месяца рассрочки, то есть если пакет стоит 25 долларов, соответственно 50 долларов, то вам компания дополнительно начислит на премиальный счет 11 500 акций. К тем, которые вы по своей рассрочке получите. Либо второе условие, то есть вы можете не платить два пакета, а также оплачивать один пакет в месяц, да, точнее стоимость пакета в месяц. Задача пригласить в первом поколении три новых партнера, которые приобретут пакеты акций компании, любые пакеты. Важно, чтобы номинал этих пакетов был не менее 25 долларов. То есть по вашим реферальным ссылкам в течение марта регистрируется какое-то количество людей, и важно, чтобы минимум три из них купили пакет акций стоимостью от 25 долларов и выше. Если это условие выполняется, соответственно, 11,5 тысяч акций вам компания начислит на ваш премиальный счет. Соответственно, на пакете «Сеньор» вы можете дополнительно при тех же выполненных условиях заработать еще 22 600 акций на премиальный счет. То есть, либо оплатите за 2 месяца, причем неважно, новая ли это будет рассрочка, или вы до этого уже платили пакет «Сеньор», да? То есть, грубо говоря, либо ваши 100 долларов личные, либо три приглашенных, которые покупают пакет акций не менее 25 долларов в месяц. То есть дополнительно 22 600. На пакете стоимостью 100 долларов ежемесячной рассрочки, да, если вы оплачиваете 200 долларов сами, либо если вы приглашаете трех новых людей, которые покупают не менее чем на 25 долларов США, вам дополнительно компания начислит 77 тысяч акций, помимо тех, которые забронированы у вас в пакете. И последний пакет, который стоит 200 долларов США, если вы оплатите в этом месяце двойную стоимость этого пакета, соответственно 400 долларов, да, либо если вы пригласите опять же трех человек, которые приобрели пакеты акций не менее чем на 25 долларов США, соответственно компания вам еще доначислит 189 тысяч акций компании Skyway Capital. Вот это те новости, которые я хотел сейчас озвучить. Если вы считаете, что это новости хорошие, может поставить цифру 5 в нашем чате. И если у вас теперь остались какие-то вопросы, ну, вы можете их задать, я постараюсь на них ответить. Спасибо тем, кто поставил пятерочки. Вот, Людмила даже поставила 5 пятерок, вообще здорово. Я так понимаю, в вашей структуре большое количество людей, которые это сделают. Соответственно, смотрите, вот маркетинг-план, о котором мы с вами говорили, да, благодаря данному промоушену большое количество людей могут купить в вашем первом поколении какие-либо пакеты акций по рассрочке, либо новые и так далее. Да? Это вам принесет 15%, а может быть 18%.
Плюс, если вы сами еще купите дополнительные акции и так далее. То есть это условие выгодно всем. И компании, вы понимаете, тоже выгодно, потому что мы привлечем инвестиции в наш проект, реализацию технологий. Поэтому у каждого из нас есть 30,5 дней, чтобы активно продвинуться по этой программе и самим заработать, да, привлечь инвестиции как можно больше и помочь заработать своим партнерам. Сразу хочу сказать, Светлана, вот вопрос задан, да, где можно прочитать условия акции, которые озвучил. Если вы зайдете в раздел «Инвестировать» личного кабинета, кликните по баннеру, да, пакеты в рассрочку, вот те, которые у нас были, у вас загрузится следующая страница, и по каждому пакету будет красным выделено, да, то, что там есть дополнительные условия и подробности. Нажимаете «Подробности», и там описание того, что я сказал, сейчас уже выложено. Вот. Поэтому это все вы легко сможете прочитать. Если я быстро говорил, возможно, если что-то непонятное, там это все написано, я думаю, вы разберетесь. Не разберетесь, у вас будет возможность задать вопросы техподдержку. С акционного счета объем не входит. Смотрите, акционный счет, я уже говорил, это счет, на который вы можете только купить акции. За купленные акции с акционного счета никому ничего не начисляется. С подарка, ну, не идут начисления. Да? Вот живые деньги, да, с акционного, точнее с бонусного, с основного счета, начисления по программе партнерской идут. С акционного, ну как? Как с подарка еще деньги начислять вам? Вы что? Да, вы правильно поняли, Ирина. Если вы взяли рассрочку в декабре и оплатите два платежа, вам дополнительно начислят 11,5 тысяч акций. Вот. По поводу, не знаю, так ли вы задали вопрос, Светлана, или нет, но условия, которые я озвучил, вы можете посмотреть в личном кабинете. Вот. Дополнительно начисленные акции и так далее. Это все можно увидеть в личном кабинете. Напротив каждого пакета, покупаемого в рассрочку, там есть прописанные условия. То есть для того, чтобы получить дополнительные акции, да, достаточно либо привести трех человек новых в первом поколении, которые купят по $25 и не меньше, вот, всего три человека, да, либо самому заплатить вдвойне по той рассрочке, которая у вас есть. Акция с дисконтом 600, давайте я вам отвечу так. Когда мы начинали движение по новому инвестиционному продукту покупки акций в рассрочку, было сказано руководством нашей компании, что они будут рассматривать возможность тем, кто выполнит условия в рассрочке, да, там не говорилось, досрочно ее погасит, тем будет предоставлена возможность приобрести пакет акций с той рассрочки, которую они взяли. Соответственно, я так предполагаю, что те, кто брал в декабре, срок их рассрочки истекает в октябре. То есть, как бы так, ограничений по времени не было озвучено, да, вот, что дисконт будет действовать там только в течение первых 4 месяцев, если вы будете оплачивать рассрочку, а потом вам нужно будет погасить ее досрочно там, и так далее, и так далее. Давайте пока привязываться к этой информации. Никакого дополнения, да, и жестких условий, что если вы, скажите, человек, который выплачивает рассрочку срок, то есть раз в месяц, он же ничего не нарушил, да, он выполнил свои обязательства, он является хорошим плательщиком. Соответственно, ему, возможно, даже в октябре могут быть предложены условия 1/600. Я вот надеюсь, что именно так и будет. Вот таким вот образом. Людмила, все эти дополнительные акции начисляются на все 4 пакета, которые у нас были до этого. Да, вот они, вы к ним привыкли. Старт, сеньор, там, бизнес, да, стабильный. Вот 4 пакета. Но если вы выполняете условия мартовского промоушена, приглашаете либо трех людей в первое поколение по $25, либо сами оплачиваете вдвойне рассрочку, которую вы сейчас можете заказать, либо она у вас уже была, вы получите эти акции в подарок. Сейчас я понятно объяснил это? Если нет, зайдите, пожалуйста, в личный кабинет, зайдите, скажем так, нажмите на баннер в разделе «Инвестировать», у вас загрузится страница, где будет расписано по пакетам, и напротив каждого пакета есть кнопочка «Подробности». Надежда, я говорил, что в данной акции принимают условия и те, скажем так, рассрочки, которые были куплены в декабре, в январе, в феврале, неважно когда. То есть, если вы двойную оплачиваете рассрочку, тогда вам тоже начислят эти деньги. Сегодня руководитель компании Евгений Кудряшов сказал, что вот для таких людей функционал дорабатывается. И он в ближайшее время будет сделан.
Вы знаете, вы взяли по 250 только потому, что вы купили рассрочку с дисконтом 1,250 в самом конце декабря. У нас до 17 декабря дисконт был 600, до 19 был 550, до 21 500, до 23 450, до 25 400 и так по уменьшению до 250. Если бы вы купили пакет акций до 17 декабря, то вы бы сейчас купили рассрочку с дисконтом 1,600. Вот таким вот образом. Вебинар сегодняшний записывается. Я вот сейчас нажму кнопку «Остановить», и человек, который у нас занимается конвертацией вебинаров, поставит его на конвертацию, и завтра, возможно, уже выложит его на YouTube, на наш обучающий канал. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, я, наверное, на этом буду прощаться сегодня, хорошо? Всем желаю хорошего вечера, отличного настроения, здоровья, любви и денег. Ну и до новых встреч. Завтра у нас будет вебинар в 17 часов по личному кабинету. А сегодня будет вебинар Григория Мирошниченко, где он будет рассказывать о том, как строить бизнес по партнерской программе с компанией Skyway Capital. 19 часов, как обычно, его кофе-брейк с его фишками, с его тонкостями, да, с его, скажем так, какими-то секретами построения бизнеса. Я вам желаю прийти на этот вебинар, получить информацию, использовать эти знания. Всем огромное спасибо.